кто-нибудь хочет мне помочь? Нет. Смирись, люди тебя никогда не поймут. Проклятие, даже... Кто ты? Да мы не понимаем. Да. А? А тот парень поймет. Крис Брэдфорд. Суперзвезда боевых искусств, сеть спортзалов по всей стране. Твоя родственная душа? У нас много общего. Их лидер умеет драться. Но это еще не все. Он немного сумасшедший. Вдобавок с ним... А если ты изменишь позу? Тогда общего будет меньше. Но все равно много. Смотрите, он на выставке боевых искусств. Было много бойцов. Бой был нечестный. А что, по-твоему, честный бой? Честный бой — это когда обе стороны могут победить. Вдруг он покажет мне свой секретный ката-дракон смерти. Тогда я покажу ему свой секретный ката. Секретный ката. Заманчиво. Значит, честный бой — это бой, в котором можно проиграть. Ну да, хотя я хотел сказать... Выходит, ты не хочешь бороться за победу? Третье. Только никому не рассказывайте. Нет, хочу, но... Ай! Эй! Это честно? Нет! Я победил? Я вас... Нет проблем. Признай, Микки, Крис Брэдфорд едва ли станет с тобой дружить. Нет, не только он, а вообще все люди на свете. Понял. Добивайся победы, а не честности. Хай, сенсей. Ниндзя? В Нью-Йорке? И это не мы? Вот это класс! Мастер плавающей гильотины. Вот бы с Крисом Брэдфордом подружиться. Микки, у тебя уже есть друг-человек. Я. Эй, Прилла, это не то. Мы тебя спасли, поэтому ты нас любишь. Жаль, негде психам знакомиться с людьми. Все видят, какие они страшные. Как это нет? А интернет? Донни, дай компьютер. Сейчас, секунду. Давай посмотрим. Вот сайт где... Чему ты так рад? Приятно драться с людьми. Где можно найти друзей онлайн. Класс! И с какими-то роботами или инопланетянами и прочими монстрами. Крис Брэдфорд подключен. Он станет моим другом.
Thank you.